Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и меня очень в комментариях просили переиграть за пиратов в Красную Смерть, потому что именно за пиратов получилась какая-то обрезанная партия, не очень там у меня удачно вначале сложилась, и поэтому я не смог, собственно, воспользоваться бонусом пиратов. А, видимо, среди зрителей есть поклонники этой фракции, ну, пиратов любят все. В общем, их способность все юниты получают на 50% меньше урона от воды и не получают штрафа к перемещению от погрузки и выгрузки с корабля. То есть буду стараться применять ту самую тактику, когда я юнитами плаваю вдоль побережья. Это происходит намного быстрее, чем ходить по земле, и нахожу руины, чем любые другие фракции. Именно за счет того, что я плаваю по воде и получаю не так много урона. Тем более, что в воде урон-то и небольшой, всего для пирата всего 4 урона каждый ход. То есть это можно там аж 25 ходов, например, находиться. А когда вы высаживаетесь и лечитесь, это буквально за 2 хода можно все вылечить. Так. Ну, наверное, давайте сразу пускаться на воду, мне так кажется. Не ожидать. Единственное, что я, может, спущусь мирным жителям, а пулеметом... О, вот я вот про это и хотел сказать, что тут, скорее всего, что-то будет сейчас. Так, надеюсь, будет юнит, а не опыт. А, моя любимая фигня. Ненужная. Так, а против кого мы, собственно, играем? Мутанты, скитальцы, антигерои, выживальщики и сектанты. Короче, все крутые фракции у нас тут есть. Так, ну я должен поселенцам забрать эту. О, сразу, ух ты. Антигерой, но я получил опыт. Почему не добегаю? Ну, это, конечно, я сейчас опасно действую. Сомнение, правда, что... Ну, вот, смотрите, не особо тут много у меня и воды, да, поплавать, получается. Так, там спрашивают, кто первый раз играет. Отлично. Ух ты, это я очень хорошо зашел. Видите, две штуки, может, сейчас я еще этими подойду. Сюда и руины заберем, и варваров заберем. Тут мутанты. Так, ладно, можно сюда не идти, потому что тут антигерои, тут мутанты. У меня... Мне кажется, что вот это побережье целиком мое. Можно на нем сосредоточиться. Блин, я надеялся, он меня проатакует. Видите, о чем я и говорил. Давайте высажусь тут. Поселенцам еще классно собирать все это дело, потому что не будут опыт давать. Могут, правда, еще одного поселенца дать, как правильно мне в комментариях опять же писали, но зато опыта не будет. Вот, собственно, что и произошло. Ну, пираты меня сейчас не... варвары не могут меня сейчас забрать. О, отлично, он убился от меня. Вертолетик дали. Давайте лучше вертолетами сюда дадут опыт. Ух ты, очень, очень
все неплохо у нас тут собралось. И там где-то сверху должен быть лагерь варваров, по идее. Так, пойдем, наверное, на море. Будем пытаться этот лагерь варваров два хода. Ну да, давайте так поплывем побыстрее. Никого. Ну, надо к морю тут. О, одна клетка была не исследована, и там руина оказалась. Ну, офигительно. Поплыли. Уже кто-то ливнул. Худосочный черный с большими яйцами. Ну, собственно, по нику было понятно, что он ливнет. Я не думаю, что они тут пишут, что я первый раз играю. Я думаю, что чуваки прошаренные, типа, так, пообманывать соперников. О, еще руинка. Да, вот эта тактика, конечно, плавать вдоль побережья за пиратов имеет смысл, причем очень большой. Откуда же тут варвары пришли, интересно. А, ну, собственно, этого чувака, понятно, почему он ливнул, просто его следующим ходом, видите, захватили. Так, я ровно в центре безопасной зоны. Можно никуда не ходить. Помните, в прошлой партии пират 7 вертолетов имел? 7 вертолетов. Это просто что-то нереальное. Ну тут как бы нормально распределилось, как мне кажется. Прилетел лут как раз тем, кто далеко. Далеко от центра зоны. Поплаваем тут, заодно исследуем местность. А что, я лучше сюда пойду. О. Прям я очень хорошо попадаю на все руинки. Давайте полечимся, а этим на воду пойдем. Надо вот эту всю территорию исследовать, забирать все, что там может быть. Так, лагерь варваров, отлично. К нему и летим, там, правда, будет ПТ-команда стоять. Поэтому туда надо пулеметом идти. Пора уже объединять. Чё-то тут пока ничего. Я еще и в центре безопасной зоны оказался. Ну... Блин, или не атаковать, лучше поисследовать. Ну, просто он очень больно бьет ПТ-команда по
вертолету. Не думаю, что это имеет смысл. Так, надо высадиться, полечиться. А здесь можно на воду, чтобы плыть быстрее. О, побережье какое-то. Тут где-то... Кого я видел? Мутантов, да? Нет, кого-то... Антигероев я видел, мутанты где-то здесь. Нормально. Аж две руины найдены. Да, пираты неплохи. Неплохи. Правда, пока те самые 7 вертолетов. Но мне что-то кажется, что может это читы были у чувака. Тот раз. Не знаю, ну как-то слишком уж. Это слишком много было просто. Слишком много. Так, еще и лагерь варваров там. Сейчас я закончу, у меня тут юнитов немерено. Видите, в глубине есть варвары, и надо бы как бы их почистить. Поэтому я не пользуюсь всеми способность, ну, не всеми юнитами, в общем, плаваю, скажем так. Угу, ладно, высадимся. Еще лагерь варваров. Ух, еще и руины. Да, конечно, за пиратов можно кучу всего собрать. Тут вот это я уже понимаю. Это я все собираю, пока тут где-то ребята колобродят. Как бы плюс варваров именно в том, что они очень быстро передвигаются. Офигеть. Я тут так вообще не успею все собрать, когда игра закончится из того, что я вижу. Мне кажется, просто мне на суше только вертолеты надо использовать. А эти далеко. Я в защиту встану.
Тут открыто. Тут открыто. Надо еще вот тут как-то проплыть, посмотреть. Что там может быть. Куда высажусь? Сюда. А, блин, не смогу стрелять через... Не смогу стрелять через лес. Я даже не смотрю, как там зона схлопывается, потому что я в центре как раз барагожу. А нет, смогу стрелять. Еще вертолет. Народ там ходить уже заканчивает, у меня тут юнитов немерено. А они уже закончили ходить. Так, 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 давайте на воду спустимся. Проплывем быстро, надо вот с той стороны смотреть, потому что тут понятно, да? Поплыли, в общем, по силам как раз. Все собираю. Чувствую себя маленьким пылесосиком в радиоактивной пустыне. А где вообще мои соперники? Где тут тусят, что ли, друг с дружкой? Спинку трут друг дружке. О! Сектант подкрался к моему поселенцу. Ну, ладно. Поплыву в другую сторону. Друзья, я разве вообще поселенца спускал на воду? Блин, ну ты настырный, да? Постою. Просто постою. Yeah.
У меня очень много юнитов. Так. Вот это уже все собрал кто-то, смотрите. Причем мутант. Мне кажется, это мутанты, кстати. Я думаю, что это все собрали мутанты. Так, стоит под защитой. Ну там, наверное, сектанта просто зона выдавливает. Я бы его, может, тогда тут встретил. Сейчас надо с этими варварами разобраться. И встретим. Стоим. Я без пулеметов этот лагерь не могу забрать. Но мне кажется, что сектант как раз мою тактику использует. Кого вынесли? Блин, я не понял, кого. Кто это был? Скиталец, похоже. Давайте-ка тут смотреть. Я думаю, что тут где-то может сектант высадиться. Это кто говорит? Да, собственно, сектант и говорит. Зона вообще на меня играет в этой партии. Я постоянно в центре тут. О! Отлично. Еще варвары. Еще мне юнитов подбросят. Господи, что ж он там? Рейнджеров этих. О, еще. Теперь я вижу, как можно 7 вертолетов набить. Ты видишь кучу территории. Видишь, где появляются варвары, просто к ним лезешь. О, вот где сектант оказывается. Ничего себе. Так, давайте в корпуса объединять наши вертолеты уже. Сейчас ливнет, что ли? А. Видимо, кто-то его поселенца поймал. Ну, я так понимаю, что антигерои и мутанты у нас где-то вот здесь.
давайте тут посмотрим. Мне кажется, значит, где-то там должен быть тот, кто поймал поселенца-сектанта. Да, сколько у меня юнитов вообще. Мне бы еще понять, где мне их концентрировать теперь. Еще варвары появились. Причем там, где надо. Все с прокачкой. Надо же вертолеты в корпуса объединять. Где они все? Так, мы должны забрать этих пиратов. Варваров. Сплошные вертолеты. Все, сваливаем в зону. Да, вот антигерои, правда, остались, у которых плюс 10 к силе. Это, конечно, очень неприятно. Мутанты, как мне кажется, в конце партии не так крутые. А вот антигерои. Интересно, где все-таки сектанта поймали? О, мне посылочка прилетела. Ха, мутант антигероев, нифига себе. Так быстро, чтобы всех победили, я давно не помню. Обязательно оставались. Ну, мутант где-то тут, по идее, должен быть. Надеюсь, у него нету ядерные ракеты. Еще варвары, блин. Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? Еще халявных вертолетов. О, я как раз прокачал, что с утесов можно атаковать. Ладно, этот уже поедет на отдых. Да. Теперь я вижу, как можно получить 7 вертолетов. Это, конечно,
Просто нереальное что-то. Ядерку нашли. Пошли теперь мутанта искать, в общем. Я не знаю, что там такого мог не собирать мутант. А давайте сделаем армию. Ой, у меня правда этот... Нет, не умрет. Да, насколько я... жирен. Какая я все-таки жиробасина отъетая. То есть у меня сейчас уже больше, чем 7 вертолетов. У меня 6, 7, 8. У меня уже 8 вертолетов. Да, похоже, пираты очень круты. Эй, мутант, выходи. Биться будем. Он будет отсиживаться, пока не схлопнется зона вся. Или он будет по красной этой бегать. Ну я, видите, я практически всю зону вижу. Хочу этот лагерь, конечно, еще забрать. Я думаю, что он где-то тут. Поэтому постепенно буду туда продвигаться. Уплывать быстрее. Ну сюда уже в центр зоны отправляю юниты. Блин, а это что он собрал здесь? То есть мутант там где-то? И тут собрал. Мутант там, он в красной зоне бегает постоянно. Вот он первый раз играет, говорит. Во, вертолетик был замечен только что.
Вот он гад, а. Где-то там внутри зоны бегает. Опа. Этот вертолетик, ух ты, там сколько народу. Блин, не убью, да? Может, ядерку куда-сюда кинуть? То есть отлечу сюда и ядерку вот сюда бросаю. С другой стороны, я не уверен, что там все юниты, особенно касаемо поселенцев. Надо убивать этот вертолет. Фасткрик. Ну как я думал, что он здесь. Но он может в зоне прятаться просто постоянно. А он-то фасткрикает побыстрее меня. Так, объединяем в корпус. И летим к нижнему лагерю. Ну, я не знаю, как тут подсиживаться или напирать на него. Сложно сказать, непонятно, насколько у него большая армия. Угу. Ну, прилично тоже. Давайте попробуем эту фигню убить. Да, блин. О, ядерка полетела. Но это хорошо, что он использовал ядерку. Правда, я бы тоже кинул в него, если бы знал, что здесь больше нету... Ну, он очень хорошо ее использовал. Я бы тоже кинул, если бы знал... Так, вот этот вертолет... Вертолет вроде и танк должны вы... Вот армия танков, конечно... Жаль. Ладно, не полезем вперед особо. Жалко. Умру. Нет? О! О-хо-хо! Мы еще живем. Да, только вот танчик как-то... Ага, вот где у нас армия вертолетов. Да, этот танчик умрет. Я думаю, уже в армии как-то объединять.
Потому что слишком много юнитов. Близко. Тоже пойдем займемся, я думаю. Он мне корпус вертолетов проатаковал. Так, давайте отсоединим. Опа. Чё это ты сюда приехал? Так, я хочу эту армию вертолетов в первую очередь убить. Пускай он, если он там хочет спасти, то пускай спасает. Но я думаю, что я должен эту фигню завалить. Вот это должна исчезнуть через там 2-3 хода, она исчезает. Поэтому я пока там лечу. Да ладно. Ну нет, ну это бред. Твою мать. Да ты охренел, блин. Две ядерки где-то нашел. И специально в конце хода сделал, а? Тварь какая. Так, 25 будет. Не, ну вы посмотрите, какой. Так, этот умрет. Куда опять? Третья ядерка. Чё ты выкинула мой вертолет? У чувака три ядерки, охренеть. Просто нет слов. Одним из дометия. Селенчик. Да. Он нам, ну, тремя ядеркой, я не ожидал, что три ядерки у человека может быть. Что я могу сказать? И что-то как-то не убирается зона до сих пор. Лед слабее танка, поэтому просто пока тут где-то у него поселенец бегает.
мальчик подъехал. Во, исчезла зона наконец-то. Можно сюда постепенно идти. Мое преимущество в том... Интересно, это он выманивает сюда, чтобы мне вертолет убить? Мне кажется, что он выманивает просто. У него явно не один поселенец. У меня преимущество, что я всю карту контролирую. Он контролирует только вот эту зону определенную. Постою здесь. Я хочу кинуть ядерку, но я не могу ее кидать, так как она у меня одна. Я не могу ее кидать бездумно. Я не вижу его юниты. Блин, он сразу собрал. Классно, ему там прилетают ништячки всякие. А я тут страдай. Давайте армию сделаем. О, а мне тоже какой-то ништячок прилетел. Надо сходить за ним. Угу. Ну, видимо, сюда надо бросать. А, я не вижу эту терплю. Ну, так нечестно. Почему я хочу кинуть в место, которое я не вижу? Как все нечестно в этой игре. Ой. Убегаем. Угу. Я не знаю, стоит ли мне этих варваров тут мочить. Может, пускай лучше они мешаются зеленому больше, чем мне. Быстрая рука Запада, как вы видите. У меня даже ход еще не прогрузился, он уже меня обстреливает. О! Поселенец. Один из поселенцев к нам пришел. Скучает, наверное. Ну, заберу. О, еще один. Это интересная тактика. Привести всех поселенцев ко мне. Без защиты. Видимо, не нужны.
Блин. Вот это не прикольно. Почему он так атакует, а не так? Там через речку, а тут просто... Так, ну, наверное, уже стоит все-таки ядерку бросить. Так у меня нету непоходившего юнита, да? А, ну вот. Блин. Окружаем вертолет. Тридцать урона. Не заберу я этот лагерь. Ладно, пошли отсюда. Ну это ж получается, кроме этого поселенца, у него где-то еще должен быть поселенец. Хм. Непонятно. У него две пулеметные, не хочу я туда идти, честно говоря. А, мне надо выехать в любом случае. Ну тогда ладно, проатакую. Он меня танком проатаковал. Но он там умрет, по идее. Возьму против дальнобойных. Как раз сейчас в тему будет против этих... Ребят, ух ты, армию сделал. Ага, вот танчик куда выехал. Попробуем убить. Там где-то вертолет летает, кстати, его. Но у него три ядерки было, три ядерки. Я каждый раз это повторяю, просто офигею с этой цифры. Ага, вот у него два его поселенца. Вот они где. Нет. Четвертая ядерка. Да охренеть, это что за говно? Четвертая. Четыре ядерки. Как это вообще может быть? Слушайте, а может давайте попробуем этот лагерь как раз захватить? Блин, четыре ядерки, я... поврежденных. И он с вертолета, кстати, пускал. Вертолет где-то у него тут летает. Ну,
4 ядерки. Я не знаю, как это еще комментировать. Я даже не вижу, где он может их собирать. Вот здесь, что ли, сейчас? Да нет, не пойдет он туда, конечно. Иди ты нафиг. Так, где там твой вертолет? У нас тут дуэлька в конце. Ух. Так, я тут постою, полечусь. Один ход. Эти танчики как-то в армию объединить, попробовать. Вон лагерь варваров. Кстати, вполне может мутант пойти его взять. Четыре ядерки. Охренеть просто. Нет, вроде не идет. Может, у нее еще и пятая припасена где-то для меня специально. О, а вот и вертолет. Вернулся из путешествия. Чтобы у него еще были ядерки, если кто-то мне сейчас напишет, зачем ты юниты вместе сводишь? Ну блин, все уже, уже конец игры, тут уже надо юниты вместе сводить. Но у него вот этот вертолет, вот этот ПТ-команда и одна пулеметная рота армия и одна пулеметная рота корпус. И, по-моему, это все. О, добрый вечер. Так.
Да, блин. Так. Очень хорошо. Закончим с вертолетом. Ну, вот это, я думаю, уже победа. Если у него еще нету в загашнике ядерной ракеты. Хотя, я думаю, что он возмущается, откуда у меня столько юнитов. Да. Но 4 ядерки — это что-то нереальное, честно говоря. Но пираты мне понравились, да. Очень много юнитов набираем. Так, давайте глянем. Количество сражений. Ну, тут я впереди планеты всей. Хотя вот тут он тоже много сражался. И, видимо, он там первых убил. Уничтожено юнитов. Потеряно юнитов. Я потерял всего лишь 3 юнита. Раз, два, три. Он потерял намного больше. Собственно, благодаря этому я и победил. Но 4 ядерки! 4. То есть у него как минимум было 12 юнитов. Тоже, извините, немало. Ну, надеюсь, я реабилитировался за прошлую игру за пиратов. Надеюсь, эта партия вам понравилась больше. Стоит ли продолжать вам показывать красную смерть, зависит от ваших комментариев, лайков и прочего. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!